230 километров автодорог отремонтируют в этом году в Западно-Казахстанской области. 110 из них – это участки трассы республиканского значения, остальные соединяют села с Уральском. Одной из самых проблемных считается автодорога Чапаева-Шалпактал-Касталовка до границы с Россией. Ее протяженность 213 километров. Капитальный ремонт там начали 3 года назад на средства из госказны. Дорога соединяет Касталовский, Женебекский и Букей-Ординский районы с трассой Уральск-Атырау. Всего в регионе свыше 6500 километров путей, и 2/3 из них нуждаются в капремонте. Данная дорога рассчитана на нагрузку 12 тонн на ось. Это соответствует данному грузопотоку здесь, расчетному показателю и всем техническим параметрам. Срок гарантии данной дороги, ну, наш гарантийный срок 60 месяцев. До 2011 года начали только, ремонтировали ежегодно по 4 километра. И вот дошли до 17 километра, и с такими темпами, значит, надо было где-то, чтобы дойти до Жалпактала, там лет 20 нужно было. Поэтому мы подняли вопрос, финансируем республиканского бюджета решили, и с тех пор ежегодно начали ремонтировать по 20 километров.